Это такой Да, какой-то. что-то, блядь, причем, знаешь, такой уебанский спокойный голос Знаешь, если... адекватного, блядь, человека. Я, кстати, адекватный, здорово. Вот так Вот, блядь, пошел. даже сейчас интонация голоса у тебя совершенно долбоебая. Я ее специально сделал, потому что у меня режим троллинга активирован. Что тебе нужно сделать? Шо-шо, ассиста мне дайте. Да пошел ты нахуй, клоун. Что-то Развали у статики онлайн. Вот так, я хочу сделать, блядь. Кто статики разваливает? Я не доля. Только, вот. Конечно, тоже хорош. У них статик разваливает, очевидно. Кирилл, Кирилл, он токсик. Кирилл токсик. Токсик. Я токсик. Не токсик. Ноль дарк токсик. Ты, сука, забавный токсик, блядь. Не, ну я увидел этот кусочек, типа, там, где он релит, блядь, но я бы не смог бы с ним, наверное. То, что я скину клип, вот это, да? Что, не смог бы с ним? Мы, короче, вчера смотрели видос. Не видос, это стрим смотрели их. Там, короче, вайп на ране происходит. И он такой, блядь, уёбки нахуй. Что вы нахуй делаете? Смирил, а ты стримишь? Смирил, ты стримишь? Пока нет. Фух, слава богу. Короче, вот вы все гоните на Рин, что она такая хуёвая и много слакает. Но вы представьте, каково это жить в одном доме с Кириллом. Типа, пиздец. Ебать там пошел на пул. Ёбаный, бро. Дал зубы Варислина. Зачем же кинул? А, сори. А, у нас это, танк нормальный появился. Ури. Ури, привет. Ури. В муте, нормально. Блять. Да блять, хилый. Да пизделся. Да пошел ты нахуй, хилый, блядь. Уронили танка. Хосты не хватает прохилить, блин. Ну вас нахер. Пиздец. Что там? Вставайте, подходите. Я не вкуриваю, вы что там, блядь, по 100 пачек трэша агрите, так вздыхаете пока, блядь. Ну, какой-то наркоман. Там Ури, там по-любому Ури сидит, тянет время, чтобы мы ноль боссов убили, и он ушел просто. Дайте капельку вслякать. Ну так давай сначала 4 босса, а потом уже на погибели молча пойдем, чтобы он, блядь, остался. Сходите на оперу и погибли, я вот иду, а срока нормально будет. Ты если чё, куда, блядь, уйдёшь, нахуй? Там, если мы не успеем, и Ури съебётся, то ты будешь. Мы две роги пойдём. Ну да, блядь. Тут, блядь, ещё трэша, нахуй, на час, блядь. А, и, кстати, после 8 я, возможно, дойду на пару минут. Ну, похуй. Пиздец, блядь. Магазин с чекушкой открылся и пошёл за чекушкой, нахуй. Прям во время пула, понял уже, нахуй? Трубы рвёт, нахуй. Алкаш ёбаный. Не знаю, у меня, блядь, рядом с компом мини-холодильничек с вискарём, с колой, мне заебись. Повезло, что кола не ушла с рынка России. И кресло туалет, да? А то классом забирал. Нет, и у меня не игровое кресло, знаешь, обычное диванное, мягкое. И там дырка, да, с рядским классом. Не бафните нашего танка, пожалуйста. Ну или хотя бы бутылку надо, чтобы отливать туда. Да, блядь, просто на этой ебаной удаленке, типа, совсем скучно становится. Ну, понятно, холодильник надо, конечно. Да, конечно. Настоящие геймеры так и живут. А ты вот там сидишь, там чисто можно еды принести, а оттуда просто неделями не выходить. И в баночке ссать. Главное, потом не перепутать баночки. Прикинь, вообще, пок, пок чам. Блядь, какой же ты фрик. Реально, блядь. Я фрик, Азерона. Я тебя даже в топ-10 ДПС не вижу. В чем ты? Слушай, я целый. Я на целом 9-м месте. Я вижу. Я в девятку лучших игроков вхожу, блядь. Ну там АК просто. Повезло. Ну ты в девятку, ты 10-й у меня. Теперь 10-й, клюёбнул. Молоточком своим пизданул. Ну похуй, я в 10 лучше. Ну, судя по тому, что я вижу рекаунт, как бы я же сильнее Хисеры раза в 2. Ну, он в спеке, а я нет. Там этот гейский по этот АУЕ спек. Меня некуда усывать. В смысле? Так в жопу, если гейский. А, ну ты, в принципе, и засунул, у тебя же его нет. Мы не видим.
Не наблюдаем, так сказать, скрыт внутри. Dead inside. Дайте, блядь, стрим, что ли, скучно нахуй. Сидеть, блядь, в бухте торговцев. Зачем мы с моем? Мы уже тоже почти дочистили. Что там первые, какие боссы? Ну, первые горожанские. Первые, которые первые горожанские. Короче, из СПД, да? Угу. А мы на всех сейчас СПД найдем. Пойдем. Ну, кроме Малч. Ну, да. Бля, чё-то скучно, Ури не разговаривай. Да блин. Да я, блядь, уже представлял вот это. Что вы нахуй делаете, ироды в ебаны? Ой, там, блядь, мы сегодня... А можно РТ до 8, мы пойдем смотреть? Я ожидаю. Интересно минус очень. 100, минус 100, а потом минус 500, минус 500 для каждого. Там, типа, по-хорошему, там вообще можно до 7 часов утра без, будет смотреть. Как Феникс танчит оперу. Блять, мы будем смотреть, как Доля сидит нахуй и просто, блять, полагаешь. А Доля, что вы обсуждаете? Сейчас тупо, блять, люди не придут. А, точно, еще и Доля будет сидеть ловить. Ну блин, хочется, чтобы были все-таки люди, чтобы пришли, понимаешь? Страдали не досмотрели себе, что, блядь. Я придумал, как бабки экономить. Шутники, вы сейчас сами будете. Начать зарабатывать? А, ты хочешь? Ты хочешь? А кто? Ну, блядь, ладно, как хотите, мне придумать. Ну, я пойду бабки экономить. Я тогда сейчас дропну. Да, может не дропать, я выйду 10 секунд. Не, мне, блядь, именно, типа, у меня буду настроен, типа, на 10 человек. Да, Ясно. Если один появляется, но у меня... Абузеры, как Гомель, под каждого босса сетап. Боже, фу, бля, абузеры. Ебаные твари. Так, это слякоть хаку у вас лагает сегодня? Хуёво, всё нормально? Нет, вроде нормально. Повезло! А, кстати, с праздником. Спасибо. Если чё, это день мужской солидарности, сегодня 8 марта. День пидоров. Праздник Амарелла, кстати. Спасибо. Серьёзно, есть такое. Уже у нас королева. Каждое поздравление я принимаю. Я прошу прощения, но королева, которая съебалась с рейда, не додумалась рыбу передать человеку? На одну поставишь, я потом передам. Королева, блядь, дурная. Королева, блядь. Че, у тебя денег, что ли, нету? Ты ж богатый нахуя, не выебывайся. Сорвали. Я еще рыбу с собой забрал. Ты 50 тысяч гомелю даешь? Ты другой гильдии 50 тысяч дал, а на своих что, рыбу жалко, что ли? Ну, ты пидорас, все получается. Осуждаю. Я... Ты уже запустил, что ли? Не понимаешь, как банки работают? Я только что запустил это все. Россия. Все, меня заберут. От процента-то? Осуждаю. Выдан. Ставка ЦБ 20%, кредит по 23% выдал. Плюс русский. Ладно, давайте по-быстрому, блядь, типа. У нас реально мало времени, типа. Да как обычно, мало времени. У нас на оперу надо 2 часа. Вайтфьюри, бафни этот интеллект. Да что? Бафал. Реслин рыбу, нет, еще. Вайтфьюри, бафни как обычно, нормально. Бахайте нормальные банки. Да я же бафал лапку уже. Не лапку, тебе инту надо было дать. Инту? Сове, да? Я не умею. На бафу, так я хаку попросил, чтобы... Ты сказал войт фури! Ну, так ему дать, блядь! Ты понял? Всем дает одно. Все, дали уже, заебись. Вот, я попросил, чтобы ему дали, блядь. Ему дали. Алло. Куда вы расходитесь? Вставайте в кучу. 50-50 блядь, опять ты этой тактикой ходишь? Да 50-50 Главное, без маздиспелла, блядь. Это охуенно. Давайте уже сортовать, ебаный стрелять. Вы его ставите, да? Да, как обычно, по стафел сначала. Это, у кого дикая магия есть? 5, много. 4, 3, 2, нет, дом свой. Нет, дом.
Зерона просто не понимает, зачем мы его изначально, когда сюда пришли, почему мы его сюда не ставили. Только потому, что диспел, конечно же. Чтобы босс, когда слазил за текстуру, не уходил и не вредился. Но мы это опустим. Вдруг повезет. Блять. Я не угадал. Ты сука! Ты моего пета сейчас убьешь, я тебя нахуй сломаю лицо. Я просто не угадал, блядь. Порядка с тобой, блядь. Урод. Я не знаю, на ком оно было, блядь. Ну ты посмотри, если 50-50, долбоёб тупорылый. Блядь. Вот! Вот о чём я говорил, еблан! Вот. Ой, нахуй. Тупица ебучая. А как бы заявился? А ты когда 50-50 было, ты одного диспелил? Удаляй стрим, блядь, одного. И второго тоже диспель. Если нет. Если ты одного диспелил, то второго диспелил. Не надо второго диспелить, когда кого диспелишь, дух переходит на если другого. Рамочки не появилось, то значит на того перешло, с которого масса, не диспелил. Нахуй. Я диспелил уже, блядь. Там либо появится третья рамочка, либо просто со второго диспелишь и все. Да вы понимаете, что не в этом суть-то диспелью ёбаном, а в том, что босс в этом углу, блядь, если он слазит, он очень часто и выйдется. Первый раз вижу, что все выйдет. То есть делаем как обычно, типа. Не как дебилы. Да, конечно, блядь. Дошло, блядь, 10 минут еще потратил жизнь. Поставь рыбу. Давай еще раз, блядь, попробуй. Удали стрим, пожалуйста. Запуск, перезапуск. Хаку ебани. Ешьте рыбу, столик. Ешьте рыбу. Рыбу ешь. Хаку ебани столько, ага. Чтобы жрать. Так рыбу пожри. Да блять, не всегда же рыба стоит. Кстати, это слышали, вроде на тюрьме это первый босс убивается. Ну да. Как же похуй, у нас тут, блять, в Каражане первый босс не убивается. Нет, так давай. Так что диспель, там рамочки, если две осталось, типа, если не попал, то вторую диспель. Давайте. Вот нормально, убьем босса, блядь. Я говорю, я диспелил, блядь. Надо 40 секунд. А чё? Ждем. Да что? На что? Для чего? Да, истерия, да, да, видимо. Но... Ты истерию хочешь подождать или что? Да, все, можно. Своих кнопок. Не, подождите еще 10 секунд. Надо. Ебать, вы нахуй. Вы что, логи крутите, сидите, блядь? Еще типа, не похуй ли? Я... Мне стартовать? Все, да. Стартуем. Яша. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. ФС, долбоёб. Ты саундпад уже поставь, я не знаю, блядь. А что, идея? Помарка просто. Чтоб мне в личку сразу спамило. Не, чтобы в чат, чтобы говорил о войс. ПС добавил. Бать, а что с ДПСом? Вы охуели? Ура, сингбомж. Ёбнутые, бля. Не, вы сейчас бурсы закончатся. Ну тогда. Поговорим. Что-то ёбнулись вообще столько давать. Один арестлин, блядь, бедненький. Рядом с кремом, блядь. В помойке. Водить. Давайте как обычно. Не как обычно. Даже как. Первый. Сейчас не надо было. Ты сам не знаешь, когда надо, долбоёб. Да я знаю, блядь, не сейчас, сука. Отъебись. Я научился. Чё ты научился? Я эволюционировал. Нет. Я зерк ебаный. Зерк, блядь. Ты именно что-то животное ебаное без мозга. Осуждаю, кстати. Фук, чем ПП сдал? Я чё осуждать? Поединок, блядь.
Что, у меня какой-то hateful speech или что? Есть немного. Кого хейчу? Зеркало не люди. Они не люди, блядь. Ну, если они идентифицируют себя как люди... Как то говорил это... великий этот, кто там, Синкай, наги — это не люди. Хорош. Урион 4%. О. Это баганый босс взял, развернулся, дал клива. Да безари какие-то на хилах просто. Ну, минус хаку. Ну что за безари, блять? Ну, Берни хаку. Ты, сука, нахуй ты меня откинула? Дура ебаная. Чё, Ури вышел? В смысле? Куда? Дискорд. Нет. Повело, повело. Хватит откидывать каст на середине, меня ломать, блять, ёбаная. А если сначала убить не чела, а коня? Нельзя. Пока я тебе говорил, нахуй, проебал. Ну, иди нахуй, урод. Хватит развлекать меня, блять, я кнопки тут все выкну. Ё, вообще. И там щиточки свои кидает. Ну хоть да. ПС, ну хоть ПС дал. Видишь? На этом боссе я тебе пока додавал. Ничего себе. Ну, а еще босс... Да хватит меня откидывать, блять, ёбаная! Берегитесь. Яша, стоп. Глю, Боба, Яша. Реально дал, блядь. Дурак, что ли? Пошутил. Ты что, не понимаешь, когда я шучу? А что, он два раза топот дал, или мне показалось? Да. Вот смотри, я ему дал боб, но он все равно на первом месте. Потому что босс говна ебучего. Ты, блядь, задумайся над этим. Я задумался. Я тебе и так милость, блядь, и луна даю, пока я просто. У меня хилы двух человек уронили. Ё! Что? Что? Что это, блядь? Сумоньте меня сейчас. Откуда это, нахуй? Прикольно. Ну, на самом деле, мне кажется, что эти подкрутили это. Лут на себе толкнули. Да, похуя на эти повязки, кольцо, блядь. Под это, под конец. Под он специально, чтобы вы роллы слили. Кому нужно? Под целка, типа. Ну нахуй. Да иди нахуй, Юрий, ты заебался убирать. Хватит! Пощади, оставь хоть что-нибудь. Смонти, смонти. Блять, вот вы ноете нахуй, вы мои роллы вообще видели, блядь? Я видел твои суши, блядь, дурачок. Сука. Я смонем. Ёбаный в рот, нахуй. Ёбаный насильник. Шкаф, ты... Это чё упало? Это какой-то... Это я вам... А забей! Сначала... Элемов и... Ну типа без... Сначала был Хагу, когда вот первая шмотка выпадала, и последняя, охуенная, кастерская, он ее, блядь, забирал. Теперь нахуй Вейд Фьюри появился, ебаный в рот. Заебали. Первый раз шмотку в рейде видим за столько КД, нахуй. Какие конкуренты, блядь? Читом на ролл, блядь, сидит, нахуй. На Зеро не выйди на улицу. Зачем? Я ему дам. Да. Синк, это, блядь, кольцо... Есть. Ну, просто, чтобы раздавать. По факту, но, типа, ненадолго. Да ладно! Ой, а, блядь, в Аргримаре! Да похуй на кольцо. Смоните, блядь! В смысле, похуй на кольцо, блядь? Меня в Аргримар кинул. В смысле, похуй, ты, я в целка... Целка 277. Целка выходит, я на следующий день с 277 кольцом бегаю. Мне поебать. Да ты в первый же вечер. Ну, это трэш, если пуляй, репу фармить. Алло, трэш, пуляй. А он это будет фармить. Я принесу, я приведу. На вас три не проще, блядь, выбить, чем на меня, нахуй. Он это, он фарм-машина, нахуй. У меня умер, короче, Вов, пока он прогружается, ладно. Я, кстати, колечко в каре фармил репу для кольца.
Да ладно, нахуй. Ебанулся. Какой ты нахуй фрик, блять. На трех сервах, кстати, еще колечко фармил. Это кольцо у всех ящиков, когда хинкуешь. А сегодня Вов Умбута живет, нет? Ну я там еще по приколу пачку привел, дайте лужу. О. Зерон, где ты стоишь? Почему ты справа? Ты должен слева стоять, тупица. Опять не доигрываешь. Пою снизу. Блять, опять вот это чмо ебучее трэш не чистит. Заебал. Реально, заебал. Блюба, нашел, блядь, какого-то рогу, чтобы вместо себя, блядь, вообще охуевший. Бус. Выходите из игры, вас кикают в конце, вы в Аргримаре оказываетесь, и камень не в КД. Анонс нового рейда, повелитель времени. Чего? Ты просто решил какую-то рану хуйню высрать, да? Ну а чё? Это мозгошмыги. Сейчас еще дробяшка упадет. Блядь, Азерон опять не сролит. А что, у тебя на ШП и так есть, кстати. Да я... Цена, да. У меня есть план, потому что делать. У него есть план. Он распределяет лут, просто себе забирает, ливается. А можете там поставить шкаф? Я с долгоногом бы это сделал, блядь. Куда? Поставьте шкаф, и кто-то один выйдите, просто инста меня. Да нахуй нам твоя рыба? А, ну ББ, сам будешь бабки драть. Дурак, хуй. Не отвлекаешь, я трэш не веду. Да меня чел отвлекает на роге, блядь. Сидит трэш, не чистит, пиздит своим ртом. Замучено нахуй в дискорде. Выйдите один кто-нибудь из данжа, пожалуйста. Дробяшка, блядь. Сейчас выйду. Стой, не ну, там, все, да он уже вышел, все, если мы вышел, все, сейчас. Блядь. Давайте, возьмите камень. Выгнали его. Василий, а ты как? Я это, вставить камень хотел в кольцо, блядь. Опять заскамили, блядь. А, в кольцо, то самое. Вот, блядь. Я вас сейчас разъебу всех, парни, дайте контроль. Нихуя. Танк. Там похилить надо. Сейчас, я трэш убил, блядь. О, Сингу можно и баллы разбить. Угу. Можно было. Блин. Как нахер ты кидал ветер? Глю можно разбить. Повезло. Да, пошел глю. Ты нахуй. Так я не собирался, я хотел только предложить. А в тот раз меня расхуярили, блядь. Выводим глю. Глю выводим. Блядь. Я, кстати, когда меня погибель приручила, я вон пытался вывести этого. Из вашего мира, так сказать, Арислина вывести. Сейчас, Арислина, заходи. ХБ ему уебал. Кайфово. Ебать, что это? Спалился! Спалил! Что это за чего? Ебать, вы фрики, конечно. Не, реально. Станьте целью личного контракта охоты за головами. А за меня за что? Парни, потом после рейда полутаем бабки. Ну что, на меня подписали контракт, нихуя себе. Глю подписал. А нахуя? Сок ты нахуй. О, меня тоже кинули. Ебать, вы богатые. Богатые, блядь, и накидывают всем. Ну, у меня там 10-й левел есть, я сам себя могу убить, да? Попробуй 10 левел. А сколько там билды поставили? Сотку, наверное. Сотка минималка. На меня поставь. Реально получается костерский лут выпал. Еще правда есть шмотки. Уже не помню. Все плечи можно кастерские назвать. Да они охуеть какие кастерские. Они очень даже кастерские, блять. Вот. Спасибо. Какие-то тосковые получше будут. Да мы не про эти плечи. Про которые ты спиздил. А, ну такие-то да. Эти вот реально. А эти духаст это, блядь, на ходу пристанет. Какие духаст, дух крит тут.
А, духкрит даже? Вот эти, блядь, которые сейчас... Тут без хвосты, блядь, тут духкрит. Которые, которые сейчас упали, дебил. А, блядь, перчатки? Перчатки? Нет, я про плечи. А, это перчатки. Перчатки духа? А, перчатки. Перчатки, блядь. Imagine, ебать, сам в ахуе себе. Как так получилось? Его поднимается. О, нихуя, надо выучить. Перчатки я взял себе. Чисто чтобы человечка себе взял. Все учились, нахуй. Я человечка себе взять можно взял. Ага, блядь, в школе учились. Увидел учебник, выучил, приведу. Да? Хочу. У меня вылет. Зерона в школе эти аниме, блядь, смотрел, нахуй ему учиться. Блядь, тихо, успею спекнуться, нет? Типа это, поведи там, ну он вылетел же, танк. Так ебать, мы никого бить не собирались, я никого не пулил, если что. А, да? Ну все. Помогите. С интернетом, да. Нет, он говорил. Не с интернетом. Ну счет. Бейте, бейте. Ты что там, по почте СЛК? Есть у кого голдишку с собой забрать? Не слышно, когда СЛК там откроют уже. ПВП сезон закончен. Ну, плюс-минус, наверное, 2-3 недели где-то так. Да не, много. Деда, ты чё? Чё, блядь, ещё сезон, межсезонье. Да какое нахуй межсезонье? Межсезонье уже было. Кто? Его как, по сути, вообще не существовало здесь. Ни разу. Смысле, они неделю это начисляют типа призовые и это. Да неделю, говорю, не будет вам это, ни арены, типа там, и БГС без рейтинга, только ББшка, типа, отбивать и все. ББшки не, нету. В смысле нет? ББшка, она с сезоном. Не, она. Нет, она, в межсезоне тоже работает. Покуда не запустится типа новый сезон и не обнулится, ну типа рейд. Или кое-кто другой не обнулится. Да уже он обнулился. И у вас тоже. Да. Чё там сякать? Короче, спек. А у нас что? У нас и это. У вас еще такой стеснительный попался, там Медведева поставил на один срок, а у нас. Давай, веди. Ебать, стесняшка, нахуй. Я еб. Вон я тебе могу потом скинуть, он недавно пиздел. Говорит, сколько хочу, столько и буду, отъебите все. По-моему, это. Смерть нахуй на вас нагнал на Арислина. Да не, это мало, мне кажется, еще. Надеюсь, мы когда-нибудь оденемся и будем, не знаю, покупать эти кадешки только на этого, на молча и погибель, блядь. Это невозможно. Чего? Ну, на оперу еще. Вот это возможно. Ну, в смысле, только печеньки, грубо говоря. Ах, они уже нужны будут. А типа если, допустим, на каком-то твинке залететь, словить КД, продлить? Нет, 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 нет. Ты уже, блядь, это предлагал миллион раз, думая, что ты гигачат, ебать, какой красава придумал, охуеть, нахуй, пиздец. Ну, как бы, я уже заебался тебе объяснять, как это работает, честное слово. Фрик ебаный.
Меня больше напрягает, почему у меня ливень заряда обратного потока не тратит, блядь. Так, это у тебя сейчас типа единоразовый пролаг был, или типа постоянно будешь вылетать? Ну, единоразовый, наверное, я не знаю, зачем я не вылетал. Не. Азеронно. Что? Ты если КД продлишь, потом придешь, зачистишь его и все. Понимаешь? Нет. Получается так. Да. Предусмотрено игрой. Невозможно. То же самое, что, знаешь, мама тебе тортик купила, привезла, сфоткала его себе, да? Че, ты взял, сфоткал тортик, а пока ты не видел, мама его съела. Ты что, потом придешь, и у тебя тортик на месте будет, или что? Или что? Вот, вот, вот примерно так вот оно работает, понимаешь, блин? Если кто-то с другой его схавает, ты его не съешь. Пришли, тортик показали, а потом сожрали без тебя. История, конечно, грустная. А что ты хочешь с Морозом? Кто? Плащ, типа? Не самый какой-нибудь. Пояс. Кто? С кем разговариваешь? Ладно, заходи. За, ты что, не знал? В чем? Кем ты разговариваешь? С Микитой, с Мерл? Что вы слепые все? С кем вы разговариваете? Шиза у меня. Болтаю сам с собой. Ну вот видишь, я же говорил. Ясно, у нас чел ёбнутый. Дайте, и он ещё релит. В чём? Каску. А, ещё. Вот. Сколько осколков на вас надо, ёбаный? Столько душ на плане. Даже, блядь, меч Артаса нахуй столько душ не схавал. Чё, погнали? Получается, если не лечали, что? А, хаку где-то чушь. Там... Чё там? Рубин... Бронесс есть? Нет. Этого кем-то объём. Там вот этого. Я одной и той же меткой пометил. Кого пьем? Ты я говорю, шиза. Я вроде тыкнул на крест, но... Нихуя, ты чё, шипашить будешь? Кто? Ты. Да он, блядь, мать продаст, только пошипать. Да правда, кстати. Надо шмот надеть. Что, тебе рыбу поставить? Я бы тоже чай поставлю. Хавай. Хавай, да, балалай. Слышишь, Азерона, ты первым это закрываешь с этого. Да, я понял. Ну, место хаку. Да. Справа. Да. Хуйна. По хаку вышел, вместо него балалайка, он типа вместо тебя на ДЦ, то есть на шипе, ты вместо него мага закрываешь справа первым, понял? А он все равно не понял. Почему так сложно? Опять ребус объясняют. Так, ладно, давайте. Только этот, блять, у меня комбо таймера не будет. Ну похуй. Нахуя тебе комбо таймер? Блять. Ручной запусти, дурачок. Кто это? Я уже. Я ручной запущу. 3 минуты за себя. А ури похуй, да? Вроде сказали стойте. Ну сказали и сказали, что бубнит. Танц. Жалко твои щади тьмы, блять. Его заклевали нахуй? Мы его расхуярили. За что?
Да, все. Потому что ты ШП, блядь. Я забыл схавать. Че схавать-то? Реслинер поднять. Реслин. Там справа надо будет помочь. Там Синк или Вот Фьюри, пойдите, закройте. Яша, сбегай. Да. Право. Или Яша тоже. Ну, короче, смотри. Яша, понял? Направо беги. Там, где ШП стоит. С той стороны. Я еще не могу закрыть. Следующий тоже надо будет. Яша, блядь, забейте куда-нибудь туда места. Вот Фьюри, ты слева. Озеро на справа сможешь закрыть? Да, да. Сможет, уже я смогу. Но... Королева. И блин, блядь, ты отдал. Знатый. Похуй. Не, ну я хотя бы зашел, знаешь. Клад справа. Да тебе опять не сказал. Сколько до фазы примерно? Еще два. Вот эти еще одни. Вот эти еще одни, 30 секунд. 35 секунд. Справа есть кому закрыть? Вроде должно быть. Преслин забегает, да. Я слева закрою. Все, подходись. Ну все. Что, не будет больше? Все, сегодня. Че, Геру погнали? Нет еще. Теперь можно. Геру. Пятнадцать секунд до череды. Кто там в мили раньше? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, из бланжми. 3, 2, 1, череда. Забери. Мне босс хуярит что-то. Или это моб, блядь. Давайте, сейчас будет СПД заход. Кольцо, колотушка, блядь. И дальше. Блять, я завис. Кто завис? Нормально все? Да. Окей. Забираем.
походу 4. Так, шевежми, шевежми, шевежми. 5 секунд. 3, 2, 1. Ури, вставай, прохил Ури. Вставай, вставай. Блять, его заклеивало. Установлен был. Вроде Ресин через бабл замрал, да? Ничего не сделал. Ну ладно. Было очень весело. Как обычно. Я так понимаю, это копер. Слежный. А, похуй, короче, на этом, на группу лучше тогда. Или вы там что делали? Там хуйта какая-то, по-моему, мне интересно, кто это был. Ртельный бросок Мороуз, охуеть. Нахуй он в меня хуярил, есть инфа? Никогда такого не было. Чисто по 16к мне бросок нахуй сидел, хуярил, дурак, блин. Чё, Хаку, заходи на этого. Могу. Шкафу спать вовремя выкинул, конечно. Чем мы делаем? Че, ну сейчас Хаку зайдет с манем. Да, будет водить что, да. Давайте, ребят, в темпе типа. Да, он все равно тут. Ну всякое залагал, фланг какой-нибудь прыгните. Да, я прыгну, блядь. Не очкуйте. Кто у вас танки такси? Токсик. Угу. Там не вести. Гробли да. Есть какой-то? Или похуй, или пошли. Не, спуститесь туда вниз. Я туда приведу. Так, лапка у всех есть. Аман. Сразу не напуливай, там еще чуть задержка пакелевская. Лужу там посильнее. А, блядь, какую лужу нахуй. Хотя можно пулить. Бля, контроль нахуй. Дайте мне что-нибудь. Деда хейтер. Ты деда. Пизданул чисто. Извиняюсь, но если бы я тебя не убил бы, ты положил бы весь рейд, типа. Вот так, так вот. Так, так. Так надо было. Блять, это хуёво, что у него тут началось. Блять, в нём было всё идеально просто. Чё, порезайте, мам. Я хоть ДПС, блядь, не шкаю.
Хуй тебе, деда. Не надо. Я приведу. Еще. Застрял, блядь, в столбе, нахуй. Грустно. Что-то тут мало. Где трэш? Урод, блядь. Че, один, что ли? Да. Он решил мне ебучку снести моему пету. Че, пошли, может, наверх? Ну, сейчас пак придет. Нормальный пак. Какого-то бафа нету. Писта бафа. А это к кресту. Сука, свечки дорогие. Компании, блять, из России уходят, свечки-то тоже дорожают, так. Че, куда сейчас? На бабу? РПЦ никуда не уходила, дружочек. На дело идем, да. Ебани там лужу в уголок. Блять, да я в ахуе. Чё это такое? Стоять по 5 минут, ждать, пока раздуплится. Это пиздец. Чё это? Хуеть. Грустно. А у меня на первом этаже что-то стоит. А на первом этаже? Нет. Получается, на опере мы будем флипать не только твои ваншоты, но еще и твои вылеты. Сука. Хуёво. Там где 5 минут, как повезет, дом убьем. Вылет. А мало чё, 10 минут. На 7 файл, да, так. А этот, блядь, погибель. Да, блядь, почему вот днём, сука? Хисера на Фенрира дают. Ну, блядь, это, конечно, вариант, но... такой, как бы. А чё, если... по-другому будет никак. Дальше будет так... грустно. Эти хагри? Да. Десять лет танчат, не знают кого агрить. Боже, позор.
Меня не затроллишь. Я не троллю. Ну да, ну да. It's not trolling, блядь. Серьезно. А чего это, блядь? Я даю только. Шутки. Шутки тролли. Вот Бэтмен, блядь, новый, вот это троллинг, блядь. Да ёбан. Хейтер. Да пиздец, дичь полная. Ты уже просто старый для таких молодежных фильмов. Молодежных, блядь? Да. Там фильм для старпёров, блядь. Чё тебе не понравилось это, блядь? Да пиздец, я рассказывал. Да я помню. Ты включи полчаса посмотри. А, ну а чё? Ничего страшного, полчаса этим немного. Это я 2 часа 47 минут смотрел. Межлигу справедливости посмотрел, нормально. На одном дыхании чисто скажу. Тут в 2 раза меньше. Там даже если качество охуенно выйдет, будет все равно говно. Ебут, ебут. Ух, как ебут. Похилиться. Замедлить. Помогите. О, подчинение сюда. У тебя хапа лагает? Ну все, слякать, едь хаку. Топовый Бэтмен с Кристианом Бейлом, все остальное хуйня. Кто такой Кристиан Бейл? Ну, который Бэтмен играл. 2000 какой-то там 2008 там Бэтмен начало, Бэтмен там что-то Темный рыцарь и Бэтмен возрождение какой-то, блядь. Темный рыцарь кайфовый. Кристофер Нолан. Темный. Видишь, затроллил все-таки. Темный рыцарь топ. Тебе машинист? Я не смотрел машинист, что за хуйня это? Алло, меня слышно? Да. Алло. Блять, я не знаю, я нахуй разогнать не успеваю, меня кикает сразу уже, это пиздец. Давай чела вызовем, потанчит. Там как отлагаешь, скажи нам. Окей? Давайте, хорошо. Чё, зови этого. Я этого сейчас пока взял. Кого так сделаем. И чё? Ну чё, блять, паскуй в танк спрыгнись и всё. Рослин или Уриону. Рослин в танк прыгни. Будем в 3.1 как гений. А чё он хочет опять отсюда? Запы кожаные, да, которые? Да, силовые. Силовые или латные? Угу. Блять, если вы ещё сейчас без меня убьете и шея выпадет, это пиздец вообще будет. Угу. И, ну, можем тебя оставить, типа, условно, вместо, ну, короче, как ДД, типа. Если сейчас полагает, то зайдёшь, типа, дамажишь потом. Если он дропнет, ну похуй. Не дропнет, ну. Ну я вообще нихуя сделать не могу, типа. Не понимаю. Чего как ДД, типа, блять. Что-то рыбы нету, блин, и чё? Ну тебя прям вообще не отлагивает. Вообще ноль шанс, ну. Хуй знает, может, ну, спустя 5 минут отлагает. Это вообще первый раз такая хуйта. О, вроде отлагал. Нет, хуя. Чё-то до Геро оставить на... Если где-нибудь не сможем это закрыть, да? Да не. Или сразу? Сразу. Я, типа, я только не понимаю, это только с Варкрафтом такая хуйта? Я сегодня тоже днем заходил, что, блядь, лагало по 10 секунд. Потом прошло. Это все, блядь, Сирус.
баны. Чё? Чё он умер? Ничего не вышел. Кто умер? Слава релов. Да блять. Ну. Ну ко пока трэш бить, типа похуй, ну скрепка отлагивает, пойдемте копера чистить. Потому что мы стримов пока нихуя не делаем. Давай, я это рискин обратно спек не с... Я в мишке больше ДПС даю. Все, я бесполезный ДПС. Блять, я до сих пор не могу это взять. Ну аж ребутнуться, попробуй схемить пока. Попробуйте. Уже в смысле полноценно там, да? Он в дискорде, если что. Можешь разговаривать. Понял. Ну ты вроде даже не рывками двигаешься. Хотя... Пишет пока 7000 пингов. Прикольно. Ну нормально, нерабельно. Было 11 тысяч. Ну чё, у нас короче нету рида, нету чувак получается. А чё с ридом? Не знаю, в сети его нет. Может спит банально. А, это его 10. Ну. А там в ДВшной гильдии вообще все плохо, да? Ну, там Андрюха, но он из Украины. Он походу вообще в Польшу съебался. И, короче, не заходит. Там много. А чё Андрюха? Он какой-то это главный РЛ или чё? Ну, Андрюха вообще по факту ГМ. Просто ему заебало РЛ, и он скинул это на Саню. Понятно. Я-то таких тонкостей не знал, блядь. Аккуратно там. Там четверг будет ясно там. Если этот день нормально придет. Полетел. Ой, какая нам пизда. Ну сейчас лякать вам бог поймает. Вот там кто-то. Не надо глю, пожалуйста. Тут слишком больно. Хуя мобов. Сильных. Вон Яша разогнал 72к. Подходите поближе сюда. Ебать, я думал будет он. Короче, как мы делаем? Кто-то прыгает в танка среди Ури, Войд, Реслин. И еще при этом кто-то выпрыгивает, чтобы Краснодарский зашел. Слякоть ДД надел. А так делаем. Решайте там, потому что наоборот, может, его в танка вроде перестала лагать все-таки. Ну, блять, перестал лагать, а если залагает, то он вылетит. Ну и чё? А если ну, он в ДД перестанет лагать, он вылетит. Ну, если он в ДД вылетит, ну типа похуй, в 9 убьем. Все равно это критично уже. Нет. Один да. ДД потерять это не критично.
чем потерять одного танка. Как узнать, как узнать? Теряется же не только ДД, выше еще кого-нибудь уронить. Блять, постараемся не уронить. Че? Глю добавь, но это не точно. У нас на хапале сидит чисто. Банками на хп под названием алкоголь закинулся. Так точно хилить не будет. Чё, мы дочищаем вот эти последние мобики? Давайте. Да, красиво. Мы идем на оперу. Слишком далеко. Надо, чтобы вот сейчас, вот в этот момент, когда мы вот так вот близко, Ури приступ не хватил. То, блядь, еще минус один ДД, блядь, где вас искать, нахуй? ДД. Тебя опять выкинул. Пиздец. Сходи или будь не еще, пока мы чистим. Слышишь? Этих мобиков. Тут уже. Ну, если у нас не будет рейда, я могу с собой к вам зайти. А у тебя ДК танк есть случайно? Вы выйди, вы выйди. Нет, ДК танк нет. Пожалуйста. Не, хочешь, можешь дать мне вашего, там, кто у вас был. Да, у нас есть. Хорошо, слякать, что? Лагает, блядь, у него, как вчера. Ой, как это. Вчера. Блин. Грустно. Я не знаю, чего перу. Вылетает пока, да. Давайте ДК получше. Пришло время мне затанчить оперу. Рафлан ебало. 12% у нас не будет. Или я шансову. Ёбнешься. 4 кнопки на сау. Да, блять. Ему на сау на маучи сегодня, если они дойдут, блять. Не, они не дойдут. Нет, у них РО на стадии, блять. Все уже? На начальной стадии. Они даже не сошлись? Не собрались? Угу.